отсутствию. Чем я люблю медленный поиск, так это тем, что ты можешь немножко выдохнуть, блядь, после предыдущей игры. Потому что, когда ты заходишь и начинаешь, типа... Короче, у тебя очень быстро находится игра после той, в которой ты тильтанул, ты начинаешь вот эту вот всю атмосферу переносить в другую катку, хотя типы вообще не понимают, что происходит. Это создает конфликтные ситуации. Медленный поиск помогает выдохнуть, на самом деле. Немножко отвлечься. Привет, конкурент. Да это пиздец, Брайт, я не знаю, ужас, блядь. У меня что-то так сгорело нахуй сильно, я так давно не горел. Ну я, ну это вот просто меня добило, бля. Когда я смотрю, чел не жмет БКБ, я ему ору нажми БКБ, и потом он жмет БКБ и дает 4 атаки в колодец, ебать, а не по урсе. Это... Ты сидишь, думаешь, блядь, что происходит? Зачем? Долго же до меня доходило, я про твой ник Гамня 2, hate to wait, мог спросить. Колодец на будущее, чтобы крепления отвлеклись на него. 200 ACK move. Тебе не нравится старый тренд с двумя рутами? Да, хз, это тоже прикольный. Но тот был прям тоже такой душный, но это тоже сильный. Ничего не могу сказать. Ну, у того хила было больше намного, потому что он семечко садил, который хилил всех вокруг, это хилит только его. Поэтому он такой стал. Короче, я бы не сказал, что он балансный, но... Короче, против него, если ты умеешь играть, ты сможешь против него стоять. Он душный на линии, но против него можно пикать линии. Но он сильный. Помнишь, сколько хэвелсов было в первой доте? Вот убирай для Хускара. Там раздолье, пиздец. Хуйню пофиксили 6 алебардами на Хускаре? Я не знаю, Чирик, о чем ты. Я впервые слышу про 6 алебард. Если бы увидел 6 алебард у себя в команде, я бы... Просто бы, блядь, спросил бы адрес, куда на лечение денег скинь. В танки? Блядь, зачем ты играешь в танки? Там хусик бессмертный? Чего, блядь? В смысле, они умирают или что? Рыжий, я могу свои усы сбрить и кинуть тебе их. Хочешь? 7 лет уже играю, понял. Рыжий, я могу отрастить пышные, если хочешь. Они будут не жидкие, пышные. Я буду их мыть шампунем, ебать. Чтоб такая щетка к тебе прилетела. Сквиди, привет.
Чирик, его МКБ убивает. Если дело в мясах только. Я не понимаю, в чем еще задумка тогда. Но только в мясах. Мясы убиваются МКБшкой. Кто против Void Spirit'а стоит? Блять. Эмбер хорошо стоит. Инвокер хз. ДСФ может крипов у него забирать прилично. Но на лечение придется тратиться. Да вообще сейчас на самом деле миды такие, ты стоишь, ебать, убил быстро пачку, отошел лес фармить. Не понял, Гизидота. Сенч увеличивает хил входящий, серьезно? В смысле? Где, блядь, эти мы? Сопротивление эффектам здоровья от восстановления и вампиризма. Ага, в натуре. Я понял. Блять, как показывает практика в последних играх, выигрывает 5 ебал. Саппорты, само собой, типа, делают много импакта. Но челы, которые начинают быстро собираться в пятером и делают это на постоянной основе, они выигрывают игру. Вот мы сейчас должны были ее проебывать, серьезно. Такие долбоебы и вот эти свиньи, которые со мной попались, они вообще не заслужили победу. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Баринго, спасибо огромное за 4 месяца рисаба, thank you, bro! Почему вы хейтите Чирика? Да его никто не хейтит, это рофл. Ну, только что же игру нашло, аллоу. Аллоу, моргнуло. Я видел Маргулиса, Валора, блядь. Я тоже видел. Ищет отборных. Понял. Та-ра-та. Как гляну до таба фалика, попробуют найти на топафе никнейм. Замес, привет.
300 монет, блядь, дай сюда! Микрорубчик Альберу Гуслове. Бигмен Фан, спасибо огромнейшее за поддержку. Всем привет. Почему-то Спирит Абан, ты же на нем не будешь. Я аж на четверке сейчас играю. На четверку он слишком медленно стал. Прям максимально. Мне вообще кажется, что он сейчас максимально только хорошо на миде раскрывается. Хотя... На 3 тоже может быть, смотря что за лайнап. Вебка исчезла на днях. Под второй, по-моему, поток без вебки. Да пиздуй, не знаю. По настроению включаю вебку. Брать, может, Траксу? Или она в бане? А, Тракса в бане. Башни ласт, нет, мужик. Стрика на пятерке можно обнуться? Да, вполне. Тем более сейчас. Сейчас пятерка это не совсем та пятерка, к которой все привыкли. Которая была в том патче и так далее. Сейчас пятерки намного попроще. Можно даже тратить на сентри варды. Типа одеваться и вносить свой импакт. Пятерки сейчас зависят от того, как корп простоит и так далее. Само собой. Даже с долбоебом можно выигрывать на линии. ДП сейчас играбельная, хуй знает, я ее давно не видел. Сон возьму. Каких героев на пятерку посоветуешь? Тренд, бабка, лич. Вот тебе уже герои. Целый набор. Чиширино капучино. Мне нравится наш пик, кстати. Дизейбла мало, правда, и зацепить практически нечем. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Финепа огромнейшая, спасибо за 2 месяца, ресаба, сеньки. Так, я давно не заходил, поэтому глупый вопрос инкамин. Как тебе вообще патч, как тебе новые герои? А, это, по-моему, первый раз набор новых героев, которые не имбалансные. Они имеют такой себе винрейт, на самом деле. Поэтому новые герои, в принципе, симпатичные. Ну, имеют место быть. Я думаю, что их, типа, даже можно на просцену выводить плюс-минус. Там в районе месяца уже точно. Они не сильно там трясут мету, как это было с остальными персонажами, которые новые появлялись. Новый патч охуенный, мне нравится. Особенно в том формате, в котором он сейчас. Не, шеф, не балансный. Он такой ситуативненький. Против него можно играть вполне. Его очень сильно руты ебут. Типа, пак это вообще пиздец какой, трэш против него. Его пак реально одним аганимом убивает. Покупаешь БКБ, покупаешь, ну, типа, пака ультимейт просто, на самом деле, убивает его. А если БКБ появляется, покупаешь просто аганим и все. Игра, блядь, закончена. Тебе можно просто койл ставить на спирита, и он умирать будет. Пак просто сейчас невероятно сильно, он из ртов шифтиться может, это такой пиздец. То есть ему просто поебать на дизейблы. Я с этой хуйней горю очень сильно.
Чекни число первой игры у Дума, у меня глаз дернулся в этот момент просто. Что? Ну и чё? Пожизненный Divine, пацан. Может, играет не так много. Очень много. Окей, нонсенс. Дай ему Infernal Blade. Сколько до блейда? Бэк, бэро. Я же говорю, блять, бэк, нахуй, что делаешь? Ой, я в крипа дал, ебать, в стиле Хускара, нахуй, по колодцу. Ну, слишком много маны, блять. Манга кончились у него. Монет дождаться, парить и привезти. Будет курсу качнуть. Мало, не так много. Блять, ебучий ты шакал, нахуй сбил мне ману, блять! Вафельчик, блять. Бля, страшно так с Урсой быковать, там тапки есть. Ну, типа, может мне, бля, запрыгнуть и убить? Хочу экспу за этих крипов получить и съебаться отсюда. Что, без топора, что ли? Понимание. Смотрю просто на эти кослу и, блядь, немножко хочется плакать. Я дошел. Ой, мать, угодь, нахуй. Need level 3. Ола, блядь! Так это погибель на Аксе, не? Да-да-да, это Акс погиб. Это очень много минус армора, как бы. И тут еще и на Рубене, блядь, соплячок висит. Ну, типа Акс. It's good. It's goody good. Oh, man, take it. Take it this.
Я еще сюда, скорее всего, успею. Бичис! О, экспириенс подъехал. We can kill robot. Wait, my items, okay. We can kill. Man, might have seen me. Miss. Real. Не нахуй отсюда. Robot mid, robot mid, robot mid. Да, его можно было похоронить за эту хуйню, он клэп проебал. Okay. Farming jungle and middle. Ready and gun kill. Still a kill. No, scammer, 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 dubla. Did you kill? Yeah, one second. That's his old TP. He won base. That's good, that's really fucking good. Бля, ну его за эту хуйню надо просто карать сразу, когда он так подбегает и клэп проебывает. Блять, ну вообще крипов не добивает. Бля, Дум, купи себе топор, мне больно смотреть на то, как ты крипов проебываешь. Штук 70 уже проебал примерно. I'm pulling right now. Okay, okay, I see. Spirito! Пошло вайпер лесок в армии, да? Понял. We can still kill him. Go. Oh no, my passing fucked up. It fucking went around for some reason. Да с харасурса, бро. Level 6. Ну это вообще печальненькая новость, что мы погибли. Бля, Урса, ты охуел, иди нахуй отсюда, алло, блять. Пошел отсюда нахуй. Хватит качаться здесь, в таком охуевшем виде. Ты вообще, блять, попуталась, что ли, мразь? Загоняй его в долги нахуй. Он остался там, кстати. Ебучие крипы, блять. Бля, ну на Думе трешак какой-то, ну почему? Почему? Я не хочу идти на ту линию больше. Такс. Ну, крайне слабые. Я лучше на боте, блять, интеллекта подстилил. Дум там сейчас нафидит, кстати, 0.70 на лайне. Можем убить. They're just tipping out 24/7. Two boys miss. They have center here, man. Do they? Yeah, really, really. Really, dude? Make fucking goodie. No, they put the center here. I killed it. Ulti him if possible. Their center was here. I killed it. Okay, okay. Да вот пост брать на боте. Dazzle, come here. Rubik. Man, go back. No, just run, just run, just run, just run. Почему ты, блядь, не подойдешь ко мне?
I don't know. Окей. Бля, это просто пуке, а не игра какая-то, в ахуе. Акс без телепорта. Акс без АУТП, да, за we can kill him. I don't have poison right now. Never mind, good kill. Почему килл не отдал? Ладненько. Я улетел же. Поссало, брат. Сейчас у Дума будет Дум, и можем побаловаться с Урсой. Куда ты, блядь? Опа, бро. Чё это было? Это чё, ебать, такое было? Куда он шёл, нахуй? Вока, привет. Два спелла под четвёртой курсой нажал чел. Ну, пусть наслаждается, блядь. Не же убил крипача за дерьмо. Нахуй ты соло умираешь, чел? Извини, мужик, что он крутанулся три раза подряд от соло героя. Извиняю. Извини. Я думаю, сюда прилетел. Это отряд быстрого реагирования. Ну, Думи чистый вообще чехол. Для хуя играет. Извините, конечно. Хуёвый чехол я бы его назвал. Можем Урсу напрячь, чтобы он телепорты сюда нажал нахуй? Но... Ла. Не знаю, ты не летит, но ты фотоса. Фотоса не летит, слышишь? Не, я тоже пытаюсь фотос собрать. У нас катастрофически дизейбла не хватает. У нас сейвы катастрофические. Я Бисса буду собирать потом. Какой нахуй Бисса на эйре, ты чё, ебанутый? Конечно, извини. Плохой артефакт. Серьезно, Бисса будешь фотос? Конечно, бежит. Ну, мне так плохо здесь, на самом деле. На любом герое, блядь. У тебя в команде 0 станов. Как ты думаешь? Хочешь, хекс соберу? Я, конечно, вижу, что там ты заебатые. Вижн поставил сюда. У него здесь еще куча на Рубике, мы его хуй догоним никогда в жизни. Нам на топе надо с людьми драться и все. Но вот этих мидеров надо хуй забить. Да, забейте на меня хуй, дайте дефармлю себе, блядь, сажите факт, пожалуйста. Нужно мне. Хотя бы механизм, дайте куплю. То я ебал без мяки драться на этом. Конечно, Акс, мне до сих пор снится, как он крутанулся три раза. А, там на Рошане. На Рошане. В смысле? Руслан на БЦ. О, Дум, дай его из спирита. О, дай Дум. Дум, 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 Дум. Нужный Дум.
я бы ТП дал бы просто. Хороший ББ. Не, ну блять, я не знаю, да мне бы турит был тут. На думе чехол играет чистый. Там пиздец. Ну да, чехол. Ладно, го хоть тауэр заберем, я что, зря ТП дал. И дум байбэк ебал. Фракс еще его нужен нам. Мне кажется, нас сейчас ёбнут, блядь. Ни глобала, ничего нет. Спирит миди. Можем его обойти? Где он, ебать? Сразу угадал. Я бы уходил отсюда, если вообще честно. Вообще нихуя нет. Они все здесь, блядь. Бэк. Ну, Тавара нет. Чем с этого? Урса, кстати, бицу сразу хуярит. У Урса вообще все чики-пуки было на линии. Когда видел не землю на первом, он вайпер возьмешь? Давай. Так, сам можем принять? Землю на первом, ты его. Можем, там, где, там они секьюрят его. На глобал есть, забежишь? Да. Аксус тут. Бля, парень, зачем глобал? Блин, ну типа окей, Аксу убили. А что дальше? Ну, если бы они его начали бы поцеливать, мы бы сейчас, блядь, закинули бы файт. Какая разница, я его мариную хожу, блядь. Маринуешь, ходишь? Хожу, мариную. Ну типа, блядь, у меня 50, блядь, секунд уже глобал нахуй не в кулдауне, и мы ничего не делаем. С нашими, блядь, количеством дизейбла. Смысл мне его оставлять просто так, если вы сейчас фармить дальше будете. Мы хотя бы тройку ёбнули, блядь. Да, да, у нас дум, блядь, 7-го левела на 17 минут. Дум там потрох чистый, блядь. Согласен. Он на линии крипов 100 проебал примерно. Лагерь, что? Use your fucking doom, бро! Нахуй умер, блядь. Умри нахуй. Умри нахуй. Умри нахуй! Как он не умер, блядь? Откуда таких, ну, людей, цифры, меч? Блядь, он играет с 10-го года. С 10-го, сука, года. Пожизненный, блядь, дивайн. Что это за хуйня? Сколько их там? Нахуй отсюда, блядь. Скитерскатор, блядь. Слабо не ебать. Ты умер. Парень, слабо не умирает. Нет. Ну, там 4 героя, мужик. Не знаю, мне дом. Ну, блядь, мы не можем брать на слот человек, блядь. Нахуй такое. Что, блядь, такое, нахуй. Go, go, Doom, go, go! Ovo, Ama! Ow! Ow, shit! What the fuck? Мужики, забейте. Нахуй, я фармлю лучше. Бля. Да, ты думал? Вы... Oh my God! Вы заметили, наверное, или... Или я один это вижу? Imagine not picking the skill that makes your hero broken. Shamar, come on, follow, come on, blah, 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 blah.
Nice playing Doom, man. Without Devour. It gives him regen, which gives lane sustain. You also get a creep that makes you dominate lane. It's like, how can you not pick it? You literally get Satyr and you have like 10 HP regen in lane. Нахуй ты его замутил. Он мне ничего не скажет полезного. Так нахуй ты с Айленсом разломился? Так-то смешно, что он свали. Ты что взял, что он меня замутил? Сало. Ты дешо играешь, Сайленс, ты дешо играешь, брат. Что ты несешь? Хуйню несешь какую-то серьезно. Раздал без креста. Да с крестом, но он здесь бесполезен против Факса. Void Spirit уходит. Это новый фильм. Void Spirit уходит. Английский фильм. Английский. Как чай, только фильм. Стоят. Не везде стоят у них. Мы ничего не видим, к сожалению. Что, блядь, Дазл не справляется. Это два америкоса, я так понимаю, да, в пати? Нет, в этой соло. Понимаю. I have global, guys, we can fight on top, okay? Let's go to the fighting. Go, Doom, we can tanky, you can tanky? Окей, Урса, килл, крест, о май гад, крест! Похороны. Рубик, Мушигучи. Сюда нахуй. Ты куда, блядь, спиди-гонщик? Не достал. Инвиз. Ладно, да? Парни, запомните истину. Инвиз равно бессмертие. Я лотар нет, покупаю, нет, все, ебать. Руки. Вот. 5. Вот мы подрались. 5-6. Мы выиграли файт. Даже нет, я вру. 4-7. Дум-то за них играет, блядь. Че, ебанутый, что ли? Что за цифры, да? Ну, в смысле? Ты убил Урсу дважды. Уже на одного героя больше. И Doom, блядь, еще не за нас играет. Кстати, там аршит у этого. Аршит? Да, поэтому я купил себе... Аршит. Аршит? Аршит Мусагалиев! Здравствуйте. Вот, сука... Сколько играю, вот смешно. Послушаешь комментаторов, да, Дота говорит арчит, аршит, блять, и не могут определиться. Оркит, ебать! Оркит! Оркит Малеволенс! Малеволенс! Орчит! Орчит Малеволенс! А я, кстати, чтоб ты понимал, игру назад с Баффиком поиграл. Ты че, блядь? Орчит Малеволенс и Купола. Это тот, у кого больше номера, чем у меня и у тебя. Комментатор SLT. Сколько у тебя стоит урок английского? На самом деле никто не говорит. Бесплатно, бро. Бафик, да? I'm learn English language in New York film comedy. Yeah? Я ни с кем не хочу ругаться. I'm fine. Самый сильный игрок за сегодня. Together is good. Кто ты? Ну конечно, среди вас без ребанок. The fielding is catastrophes. Так это специально снизу, блядь. Ты что, не понял? Sendown?
Oh my god, spirit coming, guys, be careful. Doom, doom, oh my, oh, that reaction, bro. Oh, kill Ursa, go, come on. Okay. Убейте его, пожалуйста. Окей. Оу, май, я умер. Жужа, давай, жужа. Ты шо, ебанутый, блядь? Что ты тут делаешь, блядь? Опять батя суп нажарил, блядь, у вайпера в квартире, блядь, под наркотиками. Наркотики это что? Жужа. Блядь, жужа. На всякий. Антидепрессанты хороший мужик. А транквилизаторы ебашишь? Ну, кстати, история для чата и для тебя. У меня в группе была девчонка. Ну, а я медик. И она просто в один момент поехала кукухой, хуярила транквилизаторы. И в один момент ее просто решили, ну, успели откачать. И в дурку нахуй. Транквилизаторы? Слонячие или что? У неё закончилось. Что-что? Слонячие транквилизаторы? Да. Понял. Которые по рецепту хуярят. Ну, её в дурку на месяц, и всё. Нормальная атака. Да, нормально. Терапия прошла успешно. У тебя, видимо, нет. Да, я уже 4 месяца пью нахуй. Антидепрессанты, не похуй. Ты лил-пип, что ли? Да. Я гонял с такой чиловой часа. Может, тебе кальянную открыть, нахуй, перед смертью? Умрёшь красиво на диване, ебать. Знаешь, как назвать? Калик УВП. Кстати, нормальный. Так, ну они в смоках были. Так что можно поиграть на топе. Нормально, да забейте, это хуёвый смок был. Думал, убили, значит, хуёвый. Своего же. Они сейчас будут моросить на Дазла по-любому. Да. Можно подшай на Дазла? Давай. У нас уже минус 2 парня. Из Америки. Ебало набить можно? Русья прям. Нельзя, я понял. Окей. Опа. Обманочки. Кусь. Рубен там под курсой бегает. Ебать, ему невкусно. Ты же умрёшь, долбоёб, на базе. Или нет? Не умрёт. Сейчас опять нажмёт и отхилится. Рубик might have stolen Doom. Rubik used spells on my curse of... Arcane curse, sorry. Sorry, curse. Curse of Arcane. A very nice американский акцент, my friend. У тебя вырывается тоже. Американский. Они не могут так сказать. Так что завали ебало свое. Буржуйчик, да? Как ты спалился, пизда, вообще? Nice, that's a very good item. Save our brother on agurets. Cucumber, sorry. Правильно, меня ударили все, вы должны выиграть там. Давайте. Да умри, блядь! Выиграли файт. Why did you buy Guardian Greaves if I said I'm going Guardian Greaves? I have already Guardian Greaves, guys, sorry. Glimmer Cape and Fort Staff, please. And well, no shit, dude. Can you прячь, заебал?
нахуй ГПМ. I just wasted 1000 gold because you decided to buy an item myself buying. На файт проебали, потому что мне бэм прилетел. Я же говорил, сука, он за них играет. Big Rush guys can do. Сколько там хп? Ноль. Ноль потраченных HP. Понял. Но рунишку я бы подобрал. У меня бы 25-й. Хуя себе, какие, блядь, заоблачные цифры, у меня 15-й только. Я уж, блядь, вообще я умираю, как просто труха, ебать. Меня в любом файте бегут люди, блядь. Не, ну там так думал, что крикосмен по-моему, 14-й. Стоп, так дом русский или что? Я просто прослышал на клипе. Не знаю. Рекордсмен. Рекордсмен. Они в смоках, что? Держу в курсе. Ребята, так, сейчас кто-то умрет. Я ну, Дум первый стоит, он и умрет. Не, они в смоках, это инфосотка. О, первый пошел. Вобан. Акс багер бил. Урса под БКБ. Все плохо. Думал, Акс убил. Хуярин, обед. Этого. Ебучий. Dazzle have detection, please! My god, why are you so fucking low PTS? My gosh! Тихо. У нас нет детекшена никогда, там бессмертные люди бегают, блядь. Я пошел кричаться, мне похуй. Я хочу фурсав, я ебал рот эту урсу, которая бежит прислоняться постоянно. Detection? No, а хуй мне этот талон засунули, блядь. Ну, короче, понял? Слышишь? Акс такой вот так, как этот партизан заходит такой в соло, в спину. Аксик? И лэп ебало жуков. Бля, еще умереть могу. Так хочу поворотчик спушить. Я купил уже, да, что ты? Извинись. Это трешите мы. Шаксик прыгнет, смотрите. 3, 2. Я ушел. Я просто иду. Go back. Cooldown BKB, I think. Ба, у него ебало разлетается. No mana. Я выдал все самое нужное, блять, в этой жизни. Ты видел? Киберспорт, так сказать, прыгнул. Неплохие итемы, да, кстати. Без сарказма очень хорошие итемы. Да почему? Окей. Урса. Нормальный пик. Наш глобал. Все, похороны. Даля. Back off. Take tower. И tower is under attack. Мне пизда, ебать. Но они типа напрыгнули на четверку и решили Урсу отдать, долбоебы ебаные. Ты понимаешь, он дом дал в Урсу, который все КД? Да он вообще не понимает, что происходит. У него перед ебалом вообще, блядь, экшен какой-то летит. Он в ахуе вообще сидит. Не надо понимать, забей. Это, ну, я же говорю, люди с завода такое не понимают. Что ты знал, что он с завода? Там просто дупло ебаное сидит. Есть адекватные. Нельзя же всех людей под ногу ребенка, правильно? Древишь, да? Ну это просто урод.
Были года и лучше. Не, ну типа понятно, себе эти хуйня. А чё мы мид не пушим? Намёк понял. We can't push mid, because... Пошли. Go, Shine. Because Doom very, very low. Я пока думаю, типа Abyssal какой-нибудь или пику. Мне надо просто вход найти. Да, Abyssal получше будет. На БКБ не? Или пока нахуй? Пока нахуй, ты живешь все равно. У них сейчас, видишь, задача уебать саппортов, Дума, всю вот эту вот труху. Они на тебя вообще хуй забивают. Пока что. Своих кинтов, так сказать. Руном так соберешь? Блять, парни. Там мы там подраться можем. Глобал 20 секунд. Давайте дэшку приспушим. Глобал ждем. Я бы Гошана бы забрал. Слышишь, Альберт, надо штука дэмэдж выносить? Давай. Давай. Давай, мне, слышишь? Ну, да. Ну, давай, давай. Не давай, не давай. Ой, бля! Сложно сейчас на хомос взорвется, сори. А, кстати, я же себе могу ПТ уже не брать. Возьми я Эгис и сыр. Да? Да я... Не, просто Эгис уже. Эгис с этому. О, сыр это. Гофайт. Бля, мне 20 нужен. Дай забачу. Гофайт, бойс. Мне нужен 20. Ты соу стронг. Да продать нули, блядь, и купить Жду. Себе пайку. Можно Урсу задетектить на БКБшку. О, май гашкс. Телепортик нажал уже, да. Да. Куда он? ТП? Он ТП уже нажал, там же была анимация телепорта. Не видел, сори. Я ж в очках играю, блядь, слепой нахуй. Дом, can you love first? Через дома? Как? У чела 3к хп. Боимся. Просто не стойте в пятером. Ждание реально все повеликол. Так, с подкрусой не может прыгнуть. Линканул бы раньше, я бы оставил. Альберт стоит, бьём, бля. Робот. Может, идем просто? Ну, давай, уйдем. Давай. Ну, вот это нормально так. Можно полакомиться. У них на корах нет байбеков. Байбеков. Да, или муншард взять. Муншард возьму, наверное. Кстати, нормально. У меня есть байбек и Abyssal. А без БКБшки же. Чтобы умрет. Реген. Ой, на боте вкусно. Я заберу, наверное, да? Забери. More,
Не, там у всех БКБшки. Там вообще нормально. Оно верю работает? На третьем. Я просто не знаю, я из деревни. А, блин. Полет снарядов, это ж у Дазла яд. Это снаряд, нет? Или я вообще вам ебну? Посмотри на звезды, как летят. Вот, на рейнже посмотри. Видишь? Это там файтинг? Ну, будем драться или нет? Там БКБшки отдали. Я лечу. Я лечу. Можно цеплять там. Я его поймаю. Бля, Вайпер, тебе не нужен релик? Вот это вот хуйня. Вайпер, забери. Я его, сука, догрызу. Атомакс. Блядь, скажите Вайперу, чтобы он переложил нахуй за место молоточка, пожалуйста. Вайпер, переложи за место молоточка. Да я музыку слушаю, парень, успокойтесь. Ты видел анимацию звезд, Брайт, или нет? Посмотри. Да. Я не знаю, как тебе показать. Ну сейчас вот на лайне крипы подойдут. Посмотри, как они летят быстро. Давай. Прикольно. Хороший итем. Еще и хексик дают. Вместо муншарда, да? Ну я еще и муншар делаю. Это, там блядь, там вообще, блядь, помнишь, прилипать да? будут звезды. Помнишь этот West Coast Castles? Это мы тебе, блядь, сделали и хекс, и муншар, блядь, все в одной теме. Может, забирай. На Сейгиса больше нету. Мужики, у меня-то нету этого Айгиса. Да, залез. Я в доме. Мы съели, бля. На, сука! На. Заебись, бля! Сука, гадюка! Ну давай, попусь, гадюка! Ну бей, чё ты, крипы зашли! Он музыку слушает, заебал! Да ну это вообще хороший артефакт для Вайпера, это пиздец! А это хороший для меня артефакт! Я кликал таймлапс, блять, когда у меня влетело три мужчины под БКБ! Я не могу бить на этом говне мышки, блять, орел. Я не могу бить мышки, блядь. Вызовите скорую, блядь. Чел блокаду себе в позвонок поставил, ебать, сидит, кайфует. Спину расслабил, так вот сказать. Вот эта игра, понимаю, блядь. Вайпер пушит, как и у Жиги. Может сатаник мне какой-нибудь? Не знаю. Не, наверное, скали. The fastest pusher in the west, man. Нормальный мужик. Мы дальше идем, парни. Так, а теперь посмотрим, как с муншардиком прилипают звезды. Смотрим. Май гош. Лача ебаная. Это пизда. Что это за страх, ебать? Мужик, это дичь, это трэш. В следующей игре. Давай это закончим. Да иду.
Да, давайте еще раз подеремся против пятерых. Я хочу звезды с Муншардом затестить. Поделись, мне похуй. А, все, там герой взялся. Так, минус одно ебало. Хочешь покажу, как вивер прыгает? Маланья ебать. Сука, не могу. Все, хочу прыгнуть. Еще не все, бегу драться. Блять, бежи драться, бежи драться. Мальчонка, ты чего? Да, бля. Башек? Акса, я тебе ебало разорву нахуй! Сам себе. Да, блять, калача. Это было больно. А ты говорил, что это катка. Ну, мужик, я вижу игру. Хуёво. Я просто подумал, что он хорошо зайдет. Мужик, мужик, блядь. Мужик, мужик. Дали, мужик, блядь. Бля, мне почему-то кажется, что Дазл думал в пати, но, по-моему, нет. Бля, Квестофер не доделал. Обидно, как бы левел дали. А, мы отыграли преимущество врага. Спасибо за вас, не за что. Так, это в додж отправляется.